По словам организаторов, они решили отойти от стереотипов. Анапу считают они не только морской курорт. Когда любому человеку в нашей стране и даже ближайшем зарубежье говорят «Анапа», то возникает такой ассоциативный ряд. Анапа – это пляж. И причем, как правило, только песчаный. Когда некоторым людям уточняешь, там еще и галечный у нас есть, они с удивлением, где? А уж когда говоришь, что в Анапе есть еще и горы, это вообще вызывает полное удивление. Анапа, горы – вообще несовместимая вещь. И поэтому, когда мы выбирали трассу, как бы тогда идеи даже звучали две. Одна, допустим, сделать трассу вдоль песчаного пляжа до конца, а это 45 километров само по себе, да, тоже такое эпическое событие, такой эпический забег, но он довольно скучный был бы, однообразный, скажем так. А вот трасса проложить по горам и показать горную Анапу, если так можно сказать, это была идея, которая носила такой мощный познавательный импульс. Анапа как бы разворачивалась совершенно в той плоскости, в которой никто ее не знает. Участок от Анапы до Суко считается самым красивым отрезком трассы. Легкоатлетам придется следовать вдоль обрыва, откуда открывается вид на бушующие морские волны. А в заповеднике Утриш дорога приобретает более дикие черты. Заросшие тропы, лесные массивы и горный ландшафт добавляют сложности в прохождении. Галечные пляжи Малого Утриша и лиманы частенько тормозят на трассе туристов, которые с удовольствием делают фотографии. Самые вкусные места – это и виноградники, это и лес, это и горы, это и можжевельник, и пицунская сосна. Огромное количество объектов, которые в обыкновенной нормальной жизни не только россиянин, даже анапчанин не встречается. С каждым годом количество участников растет. Новосибирск, Казахстан, Таллин, Краснодарский край и даже Япония. Гром Анапа Трейл уже стал мировым забегом. Перед состязанием все спортсмены должны зарегистрироваться и пройти медицинское обследование. Помогать легкоатлетам будут порядка 80 волонтеров. Как говорят организаторы, безопасность на первом месте. В подготовке остались финальные штрихи. Наша голова, она работает больше по технической части. Мы сейчас стараемся учесть те нюансы, которые мы еще не учли. Вот, так скажем, по основным задачам у нас уже все готово, но есть обязательно всякие нюансы, которые делают забег красивым. Там, какого цвета будет навигация, да, как ее сделать так, чтобы. Потому что основной задачей тоже у нас является навигация, потому что 55 километров надо разметить, и чтобы все пробежали именно тот маршрут, нигде не заблудились. Победители выберут на каждой из трех дистанций. В этом году маршрут претерпел изменения. Городские пейзажи урезали, зато стало больше природных троп. Забег состоится в это воскресенье в 8 утра. Старт будет дан на Театральной площади Анапы. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.